Сегодня в Москве Владимир Путин в 11-й раз провел большую пресс-конференцию. Общение президента страны со средствами массовой информации – традиционное событие, завершающее год. На этот раз на него было аккредитовано рекордное число журналистов – почти 1400, в том числе и представители нашего региона. Телерадиокомпанию «Губерния-33» на прямом общении с президентом представляли генеральный директор и главный редактор компании Александр Орлов и оператор Александр Горшков. Три часа президенту удалось ответить на все основные такие животрепещущие вопросы, которые в последнее время муссировались в обществе, ответить четко, расставив все на свои места. И мне кажется, в этом плане вот свою роль пресс-конференция в плане какого-то снятия социального напряжения, возникшего в последнее время, очень благостно сыграла. То есть он ответил на вопросы, касаемые Чайки и его дела, ответил на вопросы относительно системы взимания за проезд большегрузов по дорогам, поговорил о пенсиях, индексации или не индексации для работающих пенсионеров. В общем-то, все то, о чем хотелось спросить президента, я, признаться, услышал. И несмотря на то, что самому не удалось задать вопрос, тем не менее, очень доволен, что побывал на этом мероприятии. Александр Орлов, «Губерния-33».